Світлана Тарабарова, українська співачка, народилася в Херсоні 26 липня 1990 року, молодша з трьох сестер. У дитинстві не мріяла стати водієм, хоча так пише Вікіпедія, а завжди просто мала бажання робити щось корисне. Закінчила Академію циркового та естрадного мистецтва у Києві. Після «Фабрики зірок» у 2008-му потрапила до гурту «Real O», де співала під псевдонімом Аліса Тарабарова. У 2012-му розпочала сольну кар'єру та з полегшенням повернула собі справжнє ім'я. Охоче бере участь у благодійних проєктах, любить музику регі, мріє про власних дітей і мир в Україні. Я всіх вітаю. Знову наш проєкт «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова, і сьогодні у мене в гостях. Ну, будемо говорити пані, тому що це Світлана Тарабарова, панянка. Дякую. Дякую. Всім привіт. Пані називають? Пані, як-небудь. Пані Світлана, говорять? Да, говорят. По имени отчеству называют иногда? Светлана Васильевна, на меня все говорят. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Да нет, нет, вам не надо. Не надо? Ну, ребята в команде все говорят Светлана Васильевна. Уважают. Ну, конечно, конечно. Вы одна в команде девушка, насколько я уже успела узнать, и 10 мужчин. Да, да. Кому сложнее, им или вам? Нет, у нас все легко, потому как это светлый концерт, и у нас вся команда, вообще все отношения в команде, прежде всего, ты человек. Потом уже ты музыкант, потом ты уже профессионал. Поэтому отношения классные, теплые. Я очень им благодарна, очень помогают, как за каменной стеной. Мне очень повезло. Ну, вас вообще называют солнечной певицей, солнечной девочкой, девочкой солнечного Херсона. Да. Вообще вот слово «солнце» и «тепло», оно за вами таким шлейфом тянется, хорошим. Но я очень благодарна. Это пиар или это естественная какая-то реакция людей? Я вообще к пиару отношусь очень осторожно, потому как репутация для меня очень важна. Но так, чтобы я ходила и кричала сама про себя «солнечная девочка» — нет. Это люди после концертов. Мы же не заставляем писать отзывы после концертов людей. А если поинтересоваться... А могли бы. Да нет, мне кажется, человека насиловать... Нас и так насилуют везде. И как угодно. Поэтому моя миссия как музыканта — немножечко разрядить обстановку, вспомнить о важных, о главных вещах. Я же всю музыку и тексты пишу сама. Поэтому очень важно для меня... Я чувствую, что я должна передать какой-то месседж. Я проводник всего лишь. И если у меня сейчас получается, музыка приходит, текст приходит, и я передаю людям, и людям это нравится, значит, это моя миссия. Поэтому это очень важно. Очень важно для меня. В детстве хотела быть певицей сразу или до того что-то было еще? Я читала, что хотела быть водителем. Правда? Нет, или придумали? Нет, это кусочек контекста из моего самого первого интервью, 17 лет. Интервьюер, а Википедия мне... зафиксировала почему-то, да, именно это. Ну, вот меня спрашивают, какой вы профессией хотели овладеть в детстве. А я говорю, я всегда чувствовала, что мне нужно овладеть какой-то важной и нужной профессией, которая будет полезна человечеству. Например, как водитель автобуса. Ага. У него большая ответственность. Он садится за руль, у него огромное количество жизней. И он должен быть внимателен. И я сравнила, и потом передернули, написали, что я хочу быть. И, кстати, каждое интервью меня спрашивает. Нет, на самом деле, кем хотелось быть? Я, конечно же, хотела стать музыкантом. Я как-то с самого детства чувствовала... Я пародировала, запрыгивала на стульчик, собирала вокруг себя. Я всегда собирала вокруг себя каких-то людей. Взрослых садила, сядь, послушай. Лак для волос или какая-то, не знаю, вилка. Я одевала балахоны, как у Аллы Борисовны. Тогда по телевизору показывали часто. И что-то пела, читала какие-то стихи. Первую песню написала в 9 лет. Поэтому... То есть всегда была... публичная, всегда была в центре, всегда была активная, вот в школе была активная, была лидер, да, или нет? Ну, я не стремилась быть лидером, мне просто всегда казалось, что я что-то знаю, то есть вот это вот, да, нужно вот так. Ну, какая-то уверенность была, мне кажется, это от отца. Я очень благодарна родителям за свое детство, у меня было невероятное детство, музыкальная школа, я закончила 8 лет по классу фортепиано, скрипки, музыкальный театр. Видите, как там... она сейчас хвастает, у нее было невероятное детство, ее мучили скрипкой. Скрипка, ну, скрипка, это же, да, мучительно, это же идеальный слух. Это тяжело, это усидчивость, которой у меня не хватало никогда. Это все прыгают в резиночки, а Света идет с... Нет, я успевала и в резиночки, да? Попрыгать. Нормально. Ну, как-то так, да. И с 3 лет я на балет меня отдали, я была самой маленькой.
Да, и на пуантах даже танцевала. 9 лет у меня балета. Это спартанское детство, скрипка, балет. А у нас это же очень дисциплинированные, дисциплинирующие виды и искусства на самом деле. Потому что ни в балете, ни в музыке ты не достигнешь успеха, если ты не будешь... пилить гаммы и стоять у станка. Да. Действительно. И, если честно, я буду тоже так воспитывать своих детей. Это очень закаляет. Они будут пилить гаммы. И благодаря... Ну, гаммы... Господи, как я вспомню эти гаммы. Это было ужасно. Сольфеджио. Сольфеджио. Я так не любила эти гаммы. Но, вы знаете, мне даже несколько конкурсов удалось выиграть тогда по классу фортепиано. Ну, теперь, наверное, Света скажет, что сольфеджио нужно и гаммы нужны. Теперь. Вот теперь, да? Спасибо... за то, что вырастили, потому как у меня большая семья, я третий ребенок в семье, мои родители выросли в интернате, и как бы они сами за себя горой были, а свою семью выстраивали сами. И были тяжелые времена, 90-е, 90-го года рождения, денег, как бы особо средств не было платить и за музыкальную школу, и за танцы, и большинство педагогов разрешали мне заниматься бесплатно. Поэтому сейчас, когда я выросла, я чувствую какую-то миссию, у меня есть мечта. Почему разрешали? Потому что многодетная семья считалась, или потому что видели, что тебя надо поддерживать? Видели, что я могу и хочу, видели, что я... Я никогда не выделялась особым каким-то... Вот знаете, бывают безумно талантливые дети, да? Мне всегда казалось, что я это дорабатывала часами. Ну, так говорит мой отец, не знаю, может, это неправда. Но очень важна самостоятельная работа над собой, очень важна. Я работаю с 13 лет. Моя первая зарплата была в 13 лет. Я не хвастаюсь, нет, друзья. Просто мне кажется, что... Мне кажется, что... то сейчас нас смотрит огромное количество молодежи, которая пусть лучше сделает выбор в сторону музыкальной школы, нежели улице и интернету. Это очень важно. Ну, на самом деле, любой ребенок, любой подросток, скажем так, он имеет право знать о плюсах и минусах профессии, да, потому что когда вот девочка хочет быть моделью, она же часто видит только одну сторону. И когда ее не обманывают, да, но она продолжает все равно хотеть, то, наверное, это значит, что она хочет. Ты же, наверное, понимала, что актриса, певица — это не только вот балахон, микрофон, конечно, все само собой классно, да, публика, там, звезды, мишура. То есть ты понимала, наверное, что это недосып, что это переезды, и что это... Нет, тогда в детстве нет. Не понимала? Ну, если честно, меня никогда не привлекала мишура, звезды, я хотела к людям. Я видела с детства картинку, что вот сцена полутемная, горит яркий свет, я стою посередине и что-то рассказываю. Я вижу вот эти руки, как я... И вот у меня был в туре концерт в городе Херсоне, в родном городе, и родители мои были в зале, и папа мне после концерта говорит: «Что ты так машешь руками?» Я говорю: «Папа, ну я хочу сказать людям что-то». Он говорит: «Ну ладно, это твоя фишка». Ты могла стать рэпершей, да, например, хип-хопершей. То есть... Они же очень руками движут всем ну, телом. Ну нет, там нет? Низкая энергетика чаще всего в рэпе. Хоть и правда, но чаще всего это... Другая. Дым, это наркотики, это зло. Я на светлой сейчас, стороне. Сейчас, кстати, рэп очень поддерживает ЗОЖ, здоровый да. образ жизни. Так что, видишь, они тоже так вот тянутся не, к солнышку. Молодцы. Ну потому как только в этом есть смысл. Только на светлой стороне. Родители гордятся. У нас не принято в семье гордиться. Ну, если так, у нас принято да? в семье обращать внимание да, на ошибки, критиковать. И раньше я от этого страдала очень сильно, я только обижалась немного. А кто же еще скажет правду, как не родители, да? Ну, у меня как бы это сейчас, я уже взрослая, и я понимаю, что когда папа говорит, что мне нужно что-то исправить, он не хочет мне зла. Он хочет, чтобы я была лучше. Да. Угу. А тогда немножечко, конечно, хотелось, чтобы меня погладили по головке, но никто не гладил. А что больше критикуют вот родители? Пение, там, музыку, песни или там одежду, стиль, например, новая прическа, цвет волос, там, воротничок кривой был. Ну, мама же видит все. Ну да. Они на что больше обращают внимание? Скорее всего... Сейчас уже больше советуют, не критикуют, а советуют. То есть вот папа, например,
я всегда с ним вот напишу песню, первый слушатель у меня папа, я ему отправляю, слава богу, он уже овладел компьютером, интернетом, да, и он мне говорит: так, значит, здесь, ну, что это за песня? Какие-то эмоции сплошные, не за что зацепиться. Нет, нужна глубины, история. Да? Нет, как раз глубин, говорит, слишком много каких-то у тебя подводных течений. Да, говорит, людям надо проще. Слова папы. И он говорит, вот напиши песню про рыбака. Вот он пошел, поймал рыбу. Я говорю, ну... Про Александра Рыбака, ну... победителя Евровидения. Ну, то есть, в Херсоне рыбак нормально, да. Ну, у меня папа рыбак вообще высшей квалификации. Благодаря ему мы не остались, наверное, голодными. Я помню, серьезно? Как... Да, 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 да. То есть у вас как бердянский был бычок-кормилец, да? Щука. Щука? Борщ из щуки. Ты рыбу любишь вообще? Обожаю. Да? Обожаю, благодаря крепкие кости. Да. Мозги. Мы никогда не ели практически мясо, потому как мясо это было роскошь какая-то. И у нас был даже борщ, щучий борщ, фаршированная щука, маринованная щука. Ловит папа, готовит мама. Да, мама, конечно, уже сейчас терпеть рыбу не может. Но представляете, сколько она начистила за всю свою жизнь. Но у нас это фирменные блюда, и без щуки на столе у нас не проходит ни один праздник. Угу. Ты эти рецепты переняла или ты не любишь конечно, готовить? Конечно, у нас любишь в семье... готовить? Ну, мы с детства готовили все всегда. То есть у нас как в армии. Если ты не присматриваешь за порядком, не приготовил обед, ты там... Ну, ты младшая в семье. Я младшая, да. У нас большая разница с сестрами. С одной 15, со второй 6. Нянчили тебя сестры. Да, без моей колясочки сестры не ходили на улицу. Три девочки в семье? Три девочки. Ничего я себе. Я должна была быть мальчиком. Они мечтали. Борис меня должна была звать. Ух да. ты! Борис, да. А раньше же УЗИ никто не делал. И они ждали, 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 ждали. И тут та-дам! И папа... Ну, привет! И назвал меня в честь мамы Светлана. Меня мама зовут Света. А сестер как зовут? Галина и Елена. Здорово. А если бы ты была Борис сейчас? Борис. Нормально? Ну, мне кажется, во мне есть Борис. Борис Тарабаров. Классно звучит, кстати. Круто звучит, да? Да. Вообще, да, да, такое да. Звучное имя. Но свершилась папина мечта, чтобы фамилия осталась в семье. Все же выходят замуж и как бы меняют фамилию. Но я же не буду менять. Даже если выйду замуж. Потому что уже все бренд. Ну, конечно. Имя это очень важно. Я боялась назвать тебя Алисой, но как-то не вырвалось. Вот и я смотрю на тебя, что ты не Алиса совсем. Вот. Нет, Света. Я Светлана. Очень благодарна, что мне хватило вернуть настоящее имя. Это другая энергетика. Ну, ты по-разному себя чувствовала Алисой и Светланой? Я чувствовала какой-то протест внутри. Чувствовала какую-то... Я болела. Серьезно? Да. Когда у нас не лад внутри, тогда... Дисгармония. Это все же... Дисгармония, да. Тогда организм это все очень чувствует. Я вообще очень чувствительный человек. Я могу... там, надумать себе температуру поднять, как это в детстве мы все делали, чтобы прогуливать школу. В общем, все, кто не знает, был творческий псевдоним Алиса. Да все знают, на да. самом деле, конечно. Ну, не было какой-то свободы. Ты постоянно должен играть какую-то роль. А мне хочется быть самой собой. Я думаю, что, наверное, это не от имени зависело, от имени тоже, да? Имя важно, потому как человек к тебе обращается. Тебя как будто не существует. Потому что люди обращаются к тебе другим именем. Все, что было до этого, весь твой плацдарм, на котором ты вырос, который тебя растили, просто в один прекрасный момент перестал существовать. И ты как бы затерялся. Ты и не Светлана, потому как тебя никто не зовет, кроме родных, Светланой, да? А родные звали Светой? Ну, конечно. Продолжали? Конечно, 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 да. Я мечтала, на самом деле, пока у меня появится возможность вернуться к настоящему имени. Ну, это определенный период, все-таки это опыт, это очень урок. Классный опыт. Я люблю свое прошлое, очень благодарна ему. И, в принципе, нужно всему быть благодарным. И как только я это поняла, моя жизнь очень круто изменилась. Другие люди начали окружать. И больше позитива стало.
И я нашла себя в этом, потому как там, еще 3-4 года назад я искала себя и в стилях, и разной музыке, и в образах, и одевала какие-то разные одежды, а сейчас мне очень комфортно здесь, спокойно. У меня есть какие-то цели, и я к ним иду. Ты как будто бы вернулась к себе. Я как будто бы просто нашла себя. Да, вот. Это очень важно. Очень важно для женщины, очень важно чувствовать себя спокойно. Мы же мамы будущее. Ну, я будущее. Вы уже. Да, если будет сын, будет... Очень хочу сына. Или неизвестно. Придумаем. Придумаем. Посмотрим на него и узнаем. Я думаю, да, он сам хочешь сына? Подскажет. Хочешь сына? Ну, наверное, я хочу, что Бог даст. Выбирать. Мне кажется, дети — это счастье. Недавно у нас пополнение в семье. Я стала тетей во второй раз. Первый у меня племянник, ему уже 21, у нас небольшая разница. 5 лет всего. А со второй племянницей ей 2 годика сейчас, 2,5. Ничего себе, старший племянник, наверное, гордится тобой страшно, да? Хвастается. Он индиго, он талантливый художник уже, да. Ленивый, конечно, господи. Они все еще такие хипстеры. А ты никогда не была ленивой? Ленивой? Нет, я нет. Мне кажется, ты очень быстрая такая вот. И любишь, чтобы все было быстро, да? Или ты вынашиваешь? Вот как у тебя люблю, вот чтобы было быстро. Все-таки происходит, да? Любишь, чтобы вот от задумки до воплощения все было очень быстро и коротко, как вот вспышка, да? Или же наоборот, вот выносить так, выписывать, не вылезать. Хватает терпения. Нет, действительно, все свои самые важные песни на данный момент я написала буквально за несколько часов, а через 2 дня я уже выпустила их. Через 2-3 дня. Например, «Повертайся живым» на одном дыхании я написала. Сегодня написала, завтра мы записали ее в студии, к вечеру она уже была в интернете. Ну, то есть... Ну, вообще... Я пока горю, оно работает. Потом уже песня, это как... Песни, они живые. Их нельзя, как говорят, складывать в стол, потому как они теряют свою жизнь, свое время, свою точность. Выдыхаются. Они выдыхаются, да? Они теряют вот эту силу рождения, ведь в рождении есть невероятная сила. Поэтому часто меня спрашивают, ну что, ты запланировала, какую песню следующую? Откуда я знаю, да? Откуда я знаю? Вообще, это же, наверное, даже не ты планируешь. Это как-то приходит как-то и не спрашивают у тебя. Планировала ли ты, Света, эту песню, да? Ну, как-то вот история приходит. Пришла. Вот, например, я знала, что я еду в родной Херсон с концертом, и в зале будут родители, и мне хотелось сказать им большое спасибо. Я написала песню родителям, и за несколько дней на репетициях мы ее разучили с музыкантами и спели для родителей. Это было очень трогательно, весь зал был в слезах. Там есть такие строки: «Спасибо родителям, спасибо, родители, за сердце в груди». И, конечно, был эмоциональный очень момент. Ну, вот как-то родилась. Я к чему это говорю? К тому, что, в принципе, иногда нам кажется, что у нас есть план. Это так смешно, люди. Никакого плана. У нас есть какие-то предположения, желания. Но ценить нужно этот момент. Мы никогда не знаем, что будет завтра. Ну, для того, чтобы случилось то, что планирует Вселенная, там, или мироздание, или Бог, каждый там по-своему это оценивает, нужно быть открытым к этому. Да. Очень же многие люди, знаешь, они же надевают на себя какой-то панцирь там какого-то очень сильного, или очень там какого-то там занятого, или очень там умного, да. И вот эти планы, они вот постучали и не сбылись, потому что человек закрывается. Очень же многие люди сейчас вот закрываются от каких-то внешних проявлений. Ну, потому что и время сложное, наверное, и доверия, наверное, может быть мало. Что с этим делать? Читать, смотреть фильмы, если вам сложно читать. Я знаю, что в последнее время многим людям действительно сложно там прочесть книгу. Это есть такая проблема, потому как мы люди интернета, и там нас хватает на полстатьи, да, там мы даже иногда до конца... Ну вот правда, кто сейчас нас смотрит... Устаем. Устаем, да. Если вам тяжело воспринимать информацию из книг,
Вот у меня, например, есть такая особенность, я через 3 страницы засыпаю. Да, это мне так обидно, что вот что-то в организме есть, и это день, ночь, или это вечер. Ну, ты много работаешь, ты просто не досыпаешь. Ну, вот как-то или кислорода не хватает, или что-то, я не знаю. Ну, вот я сама себя. И хочу, но не могу. Ну, получается, но, конечно же, реже. Читать, смотреть книги, спрашивать. На самом деле, безумное количество очень мудрой и глубокой музыки. Сейчас текст, и я не имею в виду мегапопулярную музыку, которая рассчитана на энергетику здесь и сейчас. Купить коктейль в ночном клубе, выпить и потанцевать. Я не имею в виду этот пласт, да, огромный. Это тоже нужно, но мы это говорим нужно, о другом. Да. Мы говорим о другом, о том, что открывает. Действительно, мы же сами себя закрываем. Все от нас. Если вам кажется, что весь мир против вас, нет, это вы против него. Мир открыт всегда. Ну вот на Евровидении, да, все-таки мы немножко о нем поговорим. Да, кстати, всех поздравляю. И мы же не можем, да, не поговорить. Конечно. На самом деле, ты все-таки, ну, уступила Джамале. Не в плане уступила, да, вот ты не проиграла, ты просто вот приняла какое-то решение, насколько я поняла, на каком-то этапе. Что вот ты же тоже пришла с мыслью, с информацией, да? Потому что ты пришла с песней «Повертайся живым». Не, Ніколи знову. А, Ніколи знову, так, Ніколи знову. Ну, она тоже, в общем-то, такого же эмоционального накала определенного и с сообщением к миру, сообщением к Европе, да? И Джамала пришла с сообщением к Европе. Почему ты так решила? Почему ты решила, что сообщение Джамалы важнее? Или это важнее для Джамалы, ты решила? Ну, решил это зритель. Мне не хватило 1 балла, и как я поняла... Но ты потом обратилась к зрителю с просьбой поддержать именно Джамалу. Конечно. На самом деле, я очень была рада, что такое огромное количество зрителей, ведь за песню Николы Знову проголосовало огромное количество зрителей, и за песню Джамалы тоже огромное количество зрителей хотят мира. И понимают, как сегодня важно об этом говорить, потому как подрастает новое поколение. И то, что будет через 10-20 лет, зависит от того, как мы вложим в их головы сейчас эту информацию. Я не писала... Говорят, что посеешь, то и пожнешь. Да, я не писала вот песню специально для Евровидения. Песня вышла у меня во 2-м альбоме, студийном, «Верю, знаю». Альбом посвящен всем тем тяжелым событиям, которые происходят в нашей стране последние несколько лет. Но мне предложили принять участие в отборочном туре, и я почувствовала, что этот месседж я хочу сказать Европе и миру. Ну, нужно же думать наперед. В любом случае, все сложилось так, как должно было сложиться, и я безумно горжусь выбором песни и позиции украинцев. То есть, ведь в песне Джамалы очень много боли, ту, которую переживаем сейчас мы, и на самом деле не только мы, ведь войны, они по всему миру, и каждый теряет, и теракты, и оружие. Я вообще, если честно, удивляюсь, как в наше время мы хватаемся за оружие. Нашим оружием давно должно было стать слово, я не знаю, но не настоящий пистолет, который реально забирает жизнь. Это абсурд. И, к сожалению, еще нам с этим нужно бороться. Но класс. Нам всем нужно готовиться принимать Евровидение, учить английский. Это очень важно, друзья. Показывать пример, не мусорить. Потому как европейцы сразу заметят, что у нас грязные улицы. Поэтому, друзья, прошу вас начинать уже сегодня. Вот. Да. Здорово. Да. Отлично. Ну, следующий отбор. Ты будешь участвовать? Я, в принципе, не конкурсный человек. Я не люблю конкурсы. Если... Еще немножко, пару лет назад я готова была сражаться и что-то кому-то доказывать, то, наверное, сегодня я уже не готова. Я не вижу в этом никакого смысла. Но Андрей, если... Данилко сказал, у тебя еще 1000 Евробачен попереду. Ну, вы знаете, это огромный труд. Это труд всей команды, не только артиста, который поет эту песню. Я думаю, что если нашу страну нужно будет представить и
люди доверят мне такую честь, конечно же, для меня это будет честью. Поживем, увидим. Да, поживем, увидим, как я не... Ну, на самом деле, в этом году был очень неплохой состав. Ой, и невероятный. Сильный, и за всеми было интересно наблюдать. Разные жанры, разные группы, разные коллективы. Там из Кривого Рога, из Киева, из Харькова. Да, невероятный отбор. Я горжусь. Отлично. Я, в принципе, такого отбора в Украине еще не было ни разу. Я горжусь всей командой, которая сделали его. Я очень благодарна, потому как этот отбор Евровидения подарил популярность и славу даже нескольким коллективам. Да, многие сделали открытие, на самом деле, для себя. Ой, у нас есть такие группы, это даже, казалось бы, там, Хардкисс, ну, уже популярнее некуда. Да. А тем не менее, многие сказали, какие классные группы у нас есть. Да. И теперь ходят. Ну, да. То есть это все делает свое дело, играет на руку музыкантам. Мы все изменились очень. В Херсоне как к тебе относятся? Там есть где-нибудь там памятная доска или там в школе парта? Ой, да ладно! Красный уголок Карабарова, нет? Очень любят, я очень благодарна. У нас теплый город, у нас открытые очень люди, открытые. Ну, может, мне так кажется, но у нас такие все. Эй, давай обниму. Ну, как-то так. Конечно, ценят. У меня, у сестры в Херсоне огромная школа танцев. Она учит детей танцевать. Они чемпионы там и Украины, и на международном уровне. А, ну все равно фамилия Тарабарова. Же у нее другая. Или... Тарабарова. Осталась Тарабарова. Пока, да. И при этой школе танцев несколько лет назад мы открыли вокальное отделение. И у нас очень много деток занимаются, те, которые не могут там платить на бесплатной основе. Ты с ними тоже занимаешься? Конечно. Как только я приезжаю, я очень часто бываю дома, потому как я люблю, у меня прекрасная семья и классные родители, очень смешные. Они 40 лет вместе, да. С первого родители класса, смешные. За одной партой, очень смешные. Особенно, когда обнимаются, подкалывают друг друга, ну, в общем, это умиляет. Ты больше на маму похожа или на папу? Говорят, что я папина дочка, но сейчас я вытягиваюсь и все больше и больше на маму. В детстве мы все были похожи на папу, сейчас мы становимся похожи все на маму. То есть как-то, да, превращаемся в каких-то... То есть вы тоже будете смешные все, я поняла. Да. Так вот, мы открыли вокальное отделение, и фишка этих детей, то, что они поют песни, я пишу для них песни моего авторства. И у нас там такие песни «Говорить люблю, спасибо», там «С мира внутри тебя все начинается», «Мир всем они поют». Слушай, так это надо все записывать, слова. Популяризировать, как-то показывать. Вот, Нужны силы и время. И все будет. У меня вот раздавать плана. Везде всем. Да, они поют и гордятся, всегда объявляют как автора. То есть... В Херсоне, на самом деле, у нас была неприятная ситуация. Перед моим концертом поступил звонок, что зал заминирован. У нас был аншлаг в Херсоне, 1700 человек оказалось под дождем. Ливень шел ужасный. Но что радует, почти два часа люди стояли, прятались где-то под деревьями, и никто не разошелся. И потом вернулись все в зал. То есть вот так меня встретил за мою украинскую позицию, за мои патриотические песни, мой любимый Херсон. То есть кому-то это все-таки нужно, расшатывает людей. Ты довольно много поддерживаешь, ну, насколько тебе хватает сил и времени, поддерживаешь волонтерские проекты разные. Была выставка «Приможьте». Угу. Ну, я об этом не говорю. Поддерживала. Ты об этом не говоришь, но мы это видим, мы это знаем, ты просто делаешь, да? То есть, ну, глупый вопрос «почему?». Да? Да. И глупый вопрос там «зачем?». Вопрос, вот это работает, ты видишь уже какие-то результаты своего, в том числе своего вклада, и вообще вот этих всех проектов, которые там Медведская делает, да, вот фотографии мальчиков, парней, которые остались без ног, без рук, да, вот это работает? Да, это помогает. Даже если один человек после там моего какого-то слова в песне принимает решение не сдаваться, я уже свою жизнь не зря живу. Это очень важно, даже если у тебя ничего нет, даже если у тебя нет огромных средств помочь, ты всегда можешь помочь словом, объятиями, ведь человек может все. Когда он чувствует поддержку, у него есть крылья. Нам не нужны миллионы для того, чтобы быть хорошим человеком. Нам нужно просто хорошее слово и чувство, что ты не один.
Поэтому на наших концертах я всегда стараюсь, если есть возможность. Например, свой тур я начинала со Львова. Первый концерт был в госпитале. Мы всегда там поем, когда приезжаем во Львов. Говорят ребята спасибо, рассказывают какие-то истории, благодарят часто за «Повертайся живым». Ну, руку и сердце не предлагают? Ой, все бывает. Ребята очень любят рассказывать анекдоты. Военные, солдаты. Ну, не говорят там «дождись меня». Нет, очень относятся с уважением, никогда не переступают вот этот... Очень все тактичные. На самом деле я горжусь нашими ребятами, особенно горжусь волонтерским движением, потому что оно никогда не было таким сильным. И волонтер иногда — это не всегда какие-то, я не знаю, молодые люди, да? Это даже может быть бабуля лет 70, которая там... из своей пенсии половину все равно отдает. То есть горжусь людьми. Люди другие. Мы стали другие, мне кажется. И музыка моя поменялась, поэтому вдохновляют люди. Наверное, мы не стали другие. Мы просто, знаешь, открылись. Высвободили в себе вот те резервы, которые были просто, ну, наверное, не востребованы. Мы не знали, куда их приложить. Это было не модно. Хотя на самом деле тем, куда их приложить, было и до войны много. Конечно. Вот, но теперь мы вдруг поняли, что это работает, и это можно. Очень жалко делать. Что при таких обстоятельствах мы это поняли. Жалко, но тем не менее, так есть. Ну, мы победим же. Я так не люблю слово «победим». Хорошо, мы закончим войну. Я надеюсь, что этот ужас закончится, потому как это переступает уже все. Я надеюсь, там одумаются. На співночі, як то кажуть, прийшла біда, на яку ми не очікували. Дуже хочеться, щоб якесь прозріння пройшло. Прийшло прозріння на тих людей, які з іншої сторони хватаються за оружие і стріляють наших ребят, які не йдуть стріляти, які йдуть захищати. Тобто захищати нас з вами, щоб ми зараз просто в мирі здесь сиділи і розмовляли. То есть это уже не будет в любом случае, как сейчас очень многие... В войне нет победителя на самом деле, потому что потери есть со всех сторон. И я всегда очень... И неправы все на самом деле, получается так. Неправ, конечно, больше тот, кто начал, да? То есть мы все как бы это понимаем. Конечно. Но тем не менее, не знаю, у меня тоже как бы нет на этот счет вот каких-то таких слов, которые бы всех успокоили, да, и сказали там, да, через месяц там все закончится, и мы будем жить в мире благоденствия. Самое страшное, что агрессия растет в прогрессии. Агрессия в прогрессии растет, и люди как-то из-за информационной войны превращаются в зверей. Это самое страшное. То есть если у нас есть возможность... Например, у меня очень много родственников в России, и у нас очень тесно связаны... Сначала мы там все переругались. Сейчас мы приняли решение не ругаться на кухне. Ну, как это говорят, война на кухне в семье. Мы не разговариваем на политические темы. Нам, конечно, сложно, потому что все мы разные телевизоры смотрим. И не только у них там информационная война. На самом деле у нас тоже безумное количество новостей, которые специально вбрасываются для того, чтобы разбалансировать города. Мне кажется, единственный выход — это вот так встречаться без новостей, без каких-то слухов и разговаривать. Приезжать друг к другу в города и смотреть, как оно на самом деле. И показывать, что вот... Нет того на самом деле, о чем говорят, а есть другое. Да, не фильтровать новости, Общаться. Нужно. Да, и общаться. Петь. Песни же это очень сильно. Это большая сила. Какую вот музыку, какой стиль ты любишь? Потому что я иногда смотрю твои клипы и думаю, такая Ямайка, такая наша славянская Ямайка. Это же музыка мира. Солнце, то есть не зря говорят, что ты солнечная, потому что вот действительно много... сочных красок, солнца. Спасибо. Ну, какую я люблю? Я люблю музыку в принципе. Конечно, не Боб Марли, но где-то. Ну, ты знаешь, Олечка, уже даже если несколько лет назад поставить регги
на украинских радиостанциях было невозможно. Тебя просто ставили штамп «не формат». Я нашла, как его пропустить. Ну, у тебя такой хитренький регги. То есть таким намеком, легким, такая вот аранжировка. Такой лучиком таким, так солнечным, так хоп, вроде бы тогда так раз и обаяла. Тебе нравится регги, да? Мне нравится регги, потому как там очень важные месседжи во всех песнях. Даже вот тот же Боб Марли, он же всегда призывал всех к миру. Понятно, что растаманы, кто-то скажет, наркотики, еще чего-то. Но я предпочитаю закрывать глаза на вот эту часть. У нас, понимаешь, рэперы, наркоманы. Значит, нам бы клеймо на всех повесить. Да, реггеры тоже там наркоманы, кто-то еще там кто-то, да, Rolling Stones наркоманы. Ну, все наркоманы, все на самом деле. Почему-то вообще у нас принято считать, что творить можно только под допингами. Жалко мне тех людей, которые так думают, потому как... Это зависть. Наверное. Допинг, самый крутой допинг — это природа. Посмотрите, что вокруг. Это солнце, это люди, это любовь, которая может подарить тебе такие эмоции. All you need is love. Да, поэтому... На самом деле, главные вещи уже все спеты, сказаны. Мы просто почему-то иногда не обращаем на них внимания. Важно замечать. Счастье его не найдешь. Оно, ты должен его просто чувствовать. Отдача от зрителей. Это же тоже допинг. О, это невероятно. Ты всегда умела брать. Потому что любой артист, любой певец, он отдает. И отдает очень много. Ну, я не... И, надо же и чем-то заполнять это, надо же, то есть не только же там выспаться, да? Вот аплодисменты, цветы, поклонники, это же тоже кач определенный, это... Вот сейчас у нас всеукраинский тур, я о нем мечтала. Я мечтала, наконец-таки, поехать к людям, потому как это самое важное в профессии музыканта, вот это большой живой концерт. При этом ты отказалась от клубных вариантов. И я очень счастлива, потому как на мои концерты приходит очень огромное количество детей. Я не могу ребенка пригласить в клуб. Там дым, там алкоголь и другая энергетика. Там люди приходят за другим. Все-таки зал, концертный зал, люди приходят с цветами. Вот, например, в Херсоне дети принесли огромное количество мягких игрушек. И мы передарили их в Запорожье, в детский дом. То есть эта энергетика обменивается, и друг друга как бы... Подпитывались ли я? У меня нет такой цели — выйти и что-то забрать. Я все отдаю. Нет, это естественный процесс. А там как-то... Отдал, взял, принял. У нас концерт проходит в виде диалога. Я очень люблю общаться с людьми. Я очень много разговариваю, не только пою. Мало того, что это живой звук стопроцентный, приходите, убедитесь. Кстати, в Днепре. В Днепре у нас 24 мая концерт, светлый концерт, приходите, увидите. Потому как говорить, я не сильно люблю говорить, это как реклама. Приходите, получается. Я классная. Ну да. Приходите, она классная. Но у нас тепло, разные эмоции. Мы и плачем, и вспоминаем тех, кто уже не с нами, и... Гражданские, у нас очень сильная такая позиция чувствуется в зале. То есть у нас все свои приходят на концертах. Нет каких-то залетчиков, летчиков. И все дружественно настроены. Очень много песен о любви. Мы там общаемся, спрашиваем друг друга. У меня, например, клавишник играет на сопилке. У нас есть маленькая акустическая часть, где гитарист берет другую гитару акустическую, играет не тэппингом, есть такой стиль. Mm-hmm. Я становлюсь за клавиши, клавишник берет сопилку, и весь зал зачаровывается от этих звуков. Ну, то есть я когда думала, каким хочу, чтобы был концерт, с каким месседжем я хочу поехать к людям. Вот это название «Светлый концерт», он как-то родился вот просто. Я пришла и говорю: ребят, я хочу, чтобы концерт был светлым. Вот я хочу светлый плюс концерт. Плюс еще игра слов хорошая получилась. «Свит» по-английски. Вот как я говорю, да, светлый концерт. И, по-моему, кто-то из пиар-отдела говорит: так и назовем, «Светлый концерт». Хэштег. Все. Так отлично. Получилось. Когда ты была маленькая, ходила в школу, какие-то прозвища были? Дразнили? Да. Ну как, меня дразнить нельзя было, я могла за себя постоять, честно вам скажу. Дать в дыню? Да.
в принципе, если раньше это как-то было, ну, как все в юношеском возрасте. Ну, как дразнили? Стенка на стенку. Дразнили. Светка-пипетка? Нет. Дразнили ласково. У меня старшая сестра училась в моей же школе. Вот ее называли Тарабуля. Тарабарва, Тарабуля. И если она была Буля, коротко, то я была Буля 2. Это было ужасно. Но где-то в классе втором я на корню это уже подрезала. Дала всем понять, что мне не нравится. Это фамильярничество. И, в принципе, Света. Тарабе она меня называют часто. Ну, я не люблю. Есть история фамилии? Ты как-то изучала? Фамилия у нас очень редкая. Есть такой остров Тарабаров. Сейчас Россия и Китай постоянно его отвоевывают у друг друга. Я сейчас не знаю, кому он принадлежит. Фамилия очень редкая. Однофамильцев ты не встречала, да? Очень редко. О, точную мою фамилию? Нет. Встречала Тарабанова. Тарубарула, вот так встречала. Mm-hmm. Тарубары, Растабары, в общем. Ну, как-то так, да. Тарабарский язык. Именем Тарабарского короля? Да. А, так это вот откуда все. Это очень древняя сказочная фамилия. Ну, такая, да. Ты сыграла в Алисе, да? В «Стране чудес». Я все хотела спросить. Ты опять Алиса, да? Она тебя преследует как бы. Ну, ты с этой Алисой себя отождествляешь действительно как со сказочной персонажкой? Или у тебя другой образ есть? Когда мне предложили сыграть главную роль в новогоднем мюзикле «Алиса в стране чудес», я тогда зажмурила глаза, я это слышу, как мне по телефону говорят, предлагают это, я зажмурила глаза и думаю, господи, класс, наконец-то! Я так люблю новогодние мюзиклы. Это какая-то сказка, которой нам всем так не хватает. И, конечно, я была на седьмом небе от счастья. И мне нравится персонаж Алиса в стране чудес тем, что она смотрит на мир открытыми глазами. Она не ищет подводных течений, она не ищет выгоды в общении с людьми или там с животными по сказке. Она принимает все за чистую монету. Мы похожи с ней где-то. Многие люди, которые знают меня в жизни, иногда говорят, что я там наивная или... Доверчивая, да. Но ребенок. Почему-то... Да, когда я доверяю, никакой подставы нет. А когда человек ищет подставу, эта подстава обязательно к нему придет. То есть мы очень сильные люди притягивают к себе. Если ты думаешь о плохом, обязательно плохое сбудется. У меня есть песня «Плохое забывай». И я на концерте перед этой песней, мы делаем маленький ритуал всем залом, учимся плохое забывать вот так рукой. Там переклички, всякие батлы, да, и весь зал в конце «Плохое что?» Они мне «Забывай, плохое что?» То есть поем все вместе. И действительно люди как будто очищаются. Мне недавно сказали, что я кришнаитка. Я говорю, ну типа, что такой светлый концерт? Вы что, кришнаитка? И я такая смотрю глазами, говорю, а почему обязательно нужно кем-то быть? Я же просто за любовь. Как-то так. Точка. Она просто за любовь. Это Светлана Тарабарова, не Алиса. Хотя немножко от Алисы у нее есть, но от той самой чудесной девочки, которая в стране чудес. Спасибо, я надеюсь, мамочка, что в следующий раз мы с ней встретимся и будем жить в стране чудес, которую мы будем строить вместе с вами. До побачення. На все добре. Це була пані та панове.